think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Особенно ночным бравлерам, ночникам. Всем поехали, будем смотреть, что у нас нового интересного есть. Сегодня у нас понедельник. Подарки тут, станем химиком. Возвращение домой, награды, нифига на русском сервере нет. Собери сам, вот, кстати, посмотрим, что-то поменяли. Нифига не поменяли, походу. Вся та же хрень. Коллекционер героев, понедельник. Как-то очень странно, мешок зефира, ну... Что-то очень-очень странно. Фонтан, все, короче, закрыто. Что на рынке? Трать с выгодой ни о чем. Супер набор. Короче, на русском как обычно, ребят. Поехали, чекнем английский. Тут должны быть хоть какие-то плюхи, я думаю. Интересное. А, кстати, сейчас, если получится, зайдем на Тайвань. Если оно не обновило, видите, как заходит. Кто не видел, кто вчера не был на стриме. Так, смотрим, что на английском есть. Матрона за большой пак, зефир за 10 баксов. Спринвилл, спринпак, паков столько. Так, спринпак, камен. О, латентные. Вот так вот. Новые фонарики, ребят. Сейчас посмотрим, что по плюхам. Ну, в принципе, здесь, я вам скажу, довольно-таки неплохие плюшки. С расходниками, смотрите, 1500 камней, 500 камней. Реально круто. Что у нас по плюхам, сейчас посмотрим. Покажите плюхи. Не хотят все плюхи показывать. Dark Mag, Берсеркеры 30 тысяч. Это те, кто... Так, хорошо. А что, плюх не видно, что ли, уже? Да, плюх уже, по сути, убрали плюхи отсюда, чтобы мы не видели их. Но вот внизу есть карточка Берсерк 30 тысяч и Мах. Вот так вот. То есть, ну, это будет рандомно, как это все работает. Заходите каждый день и забираете в итоге плюшки. Там 4, точнее 5, 6 или с 3 по 6. Уже 6, было 5, по-моему. А, вот видно. Они так вот перенесли. Вот внизу можно посмотреть плюхи. Ну, для бездоната я вам довольно-таки неплохо, я скажу. 3 дня на халяву, вот такие плюхи. Потом идет 100 осколков лисицы, Мэри, 3 карты пятых, монетки. Я бы, наверное, монетки выбирал. Потом за монетки можно добрать то, чего не хватает. Найм 10 героев, тоже неплохо. 3 донатных карты. Ну, вот, плюхи неплохие, новые. Еще посмотрим. Максималка Зефир. Можно выбрать зефира, но зефир получается 1400, это что у нас по расходникам, сейчас я зайду гляну сюда по гемам. Это 10 баксов. Все равно можно дешевле достать, можно бесплатно его достать здесь, я не знаю, как на других серваках поменяют или нет. Но такие вот плюшечки на английском. Ну, в принципе. Такие ничего плюхи. Ну, возможно, на других серваках поменяют. Но вот этот вот пак реально достойный.
Тут тоже интересно. Ну, плюс есть еще шанс у вас выиграть. Ну, опять же. Это надо донатить. Без донату первых три. Так, Supreme гифты. Траты, Bingo Blast, Алхимик, откройте сундуки. Больше ничего такого интересного нет, походу. Ну, в принципе, вот так вот. Запустились они здесь, поехали на немецкий глянем. А если я не гляну, не чекну, телефон. Не со мной. Так, смотрим немку. Ой, отлично. Отлично, отлично. Правда, немножко не тот, что хотелось бы. Хотелось бы немножко другой вариант. Но ничего не сделаешь. Даже такой вариант тоже, в принципе, неплохо. Фонтанчика. Так, фонтанчик открылся. Это все старое, походу. Больше ничего такого нового нет. 1 плюс 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1. Дофигища пакетов. А вот запетов есть 3600, надо потратить и забрать 2 мешка лисицы. Блин, ну что делать, придется, наверное, тратить, и заодно, соответственно, соберу и смертушка этого, и кролика, и патчбокса. Почему бы и нет, вариант неплохой, плюс снеки еще дополнительно. Ну, до 9000, блин, далековато, но надо копить самоцветы, его до 9к. За неделю 9к, в принципе, вариант собрать. Так, через час. Блин, надо себя заставить каждый день выполнять все квесты здесь. Надо устроить челлендж. Давайте устроим с понедельника челлендж, максимум квестов. И потом в итоге в следующий понедельник напишем, кто сколько самоцветов получил именно за квесты, ребят. Именно за квесты. То есть там дополнительные, понятно, у каждого разная бонусация может быть, там 190 самов, да, там если заходить сюда. Меня именно интересует за квесты, кто максимум вытащит за неделю. Вот давайте такой мини-челлендж сделаем. По квестикам. Можно, в принципе, на разных серваках, так будет, наверное, даже интересно. То есть, что вам надо, вы заходите сюда в квесты, выполняете, делаете сменку, опять выполняете. По максимуму за день, там сколько, 5, по-моему, можно, если я не ошибаюсь. Вот максималка 5 у нас. Вот за день 5 квестов. И за неделю кто сколько соберет по максимуму. Так, что у нас, кстати, с охником? Сколько там у нас по... Половину собрали. Или даже половины не собрали. Собрали 10 миллионов, а надо 267. Еще осталось всего лишь ничего. Месяц, ребята, чтобы перевести на следующий прорыв. Да. Так, окей, с этим разобрались. Давайте его скормим ему. Слизни, которые накопились. Еще немножко и докачаем его. Так, сегодня понедельник. О, кстати, сегодня же понедельник. Сегодня у нас предстоит дофига всего. В общем, поделаем квесты. Я думаю, может, попозже зайду. После 11 поделаю квестики. Позабираю плюшечки. Будем считать отдельно за квесты сам. Сколько, интересно, повезет и как повезет. Такс. Окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Поехали на Тайвань. Ну, я не знаю, может запуститься сейчас таки или нет. Да, вот оно, ребят. Загрузка не длилась. Возможно, вы не платили за это приложение. Вот что это означает. Это когда у вас потеря пакетов ресурсов. И вам надо просто зайти и удалить полностью игру, либо переустановить, либо дождаться загрузки. Такая фигня появилась из-за того, что я был чистанул у себя на девайсе кеш. И в итоге получилось, что нету пакета, вот оно так и высвечивает. Там многие ребята писали, что вот, будет платно, и нифига, ну...
платное не будет. Хотя, может, и будет, кто его знает. Ну, вот, вот что означает эта фигня. Это когда у вас просто тупо не запускается приложение, и прога видит это, как будто вы там взяли что-то. Не знаю, может, это и не оно, но мне кажется, что все-таки это оно. Поэтому не стоит сильно развивать панику многим. Все будет good. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Участвуйте в челлендже на неделю. Всем удачи. Всем пока.